Если вы поете, очень хорошо сейчас петь, очень хорошо. Вообще не имеет значения ни ваш слух, ни ваш голос. На улицу куда-нибудь, в скверик уйдите, начните просто мычать вместе с наушниками любимую мелодичную песню в той тесситуре, где вам комфортно. Вы начните петь с мыслью, что вы поете вместе со своей душой. И вы почувствуете, как с этим звуком из вас исходит какая-то особая энергия. Вы можете зарядить эту песню на исцеление, вы можете зарядить ее на умиротворение, вы можете зарядить эту мелодию или эти просто звуки сами на благодарность жизни, на передачу любви в этот мир, понимаете? Даже просто ом. Даже вот такое звучание вам может прям прояснить голову. Вы прям чувствуете, что у вас как этим звуком прочищены вот те ментальные нагромождения, которые по привычке там удерживаются нашим, цепляемся мы вниманием за какие-то там новости или события, или еще что-нибудь, или привычные ваши обидки. И вот этим звуком буквально вышибается вот эти ошметки империла, да, это энергия негативных эмоций, которая между всеми структурами энергетическими человека, она застревает. А в физическом плане выражается отложениями солей в суставах, отложениями внутри сосудов. Звучание сейчас исключительно ценно. Если особенно в этот день, в своем состоянии, в равноденствии, очень хорошо попеть. Хорошо попеть в кругу с друзьями, хорошо попеть с близкими, с теми душами, с которыми вы созвучите. Хорошо прозвучать вот именно сердцем.